фактически почти 600 рублей я вот на ровном месте сделал денег из воздуха. Ребят, значит, сейчас пятерочки набрали продукта. Вот у нас чек. Значит, скидка. Обратите внимание, 449 рублей. Это по купону. Где я брал купон, приду на компьютере, покажу. Значит, плюс еще вот этот QR-код надо будет отсканировать, получить также деньги. И плюс вот эти затраченные 3248 рублей. Сейчас приду, 49 рублей 75 копеек. Сейчас приду и конвертирую. То есть все мне компенсирует. То есть фактически вот мы зашли в пятерку, пятерочку, и продуктов набрали. И это будет фактически нам бесплатно. Это все бесплатное. Это, ну, просто живете на деньгах, ну, надо их взять. Ну, нет желания, конечно, не каждый хочет заморачиваться, там, какие-то приложения, сканировать. Ну, кому деньги не нужны, значит, закрываем это видео и уходим. Продолжаем жить так, как жили. Всем привет, с вами Сергей Чураков, и сегодня в этом видео я буду рассказывать про технологию отжатия денег из пятерочки. Вот я сходил в магазин, здесь я потратил... Показывают на экране в личном кабинете пятерочки 3249 рублей и реально получил около 600 рублей назад. Теперь по порядку, как я это сделал. Пришел в пятерочку, то есть я сейчас буду показывать все инструменты для отжатия денег с единой покупки. Для того, чтобы получить 10% от пятерочки, я зашел. Значит, смотрите, все это делается в приложениях, несколько приложений надо использовать, плюс это одна карточка, вот эта пятерочки, и плюс еще оплата происходит картой Rocket Card. Открываю пока с экрана, то, что я показываю на смартфоне, будет демонстрироваться вам на монитор. Итак, для того, чтобы получить самый большой кэшбэк, открываем программу Едодил. Приложение Едодил. Здесь у меня даже, видите, деньги есть некоторые, там 28 рублей. Это я, ну, чек сканирую. Тут есть такие вот QR-коды. Вот такие. Их надо просто отсканировать. Значит, сейчас по порядку все буду рассказывать. Как я получил денег в районе 600 рублей за вот эту покупку, потраченные вот было... Сколько? 3249 рублей. Значит, нажимаю вот сюда, на меню. Здесь есть раздел «Купоны». Кликаю на купон. Через 3 минуты эта акция закончится, но она повторяемая, поэтому, я думаю, в следующие месяцы это будет опять работать. Итак, купон. Значит, для того, чтобы воспользоваться купоном, вот видите, пятерочка – до 14 октября, то есть как раз сегодня 14 октября, то есть при покупке от 2,5 тысяч рублей минус 10%. Кликаю на купон, то есть вот скидка 10%. Ну, данный купон уже был использован. Перед тем, как собрать корзину, естественно, любой поход в магазин надо делать грамотно. Надо взять лист бумаги и составить список покупок. И с этим списком покупок прийти в магазин. И после того, как вы подошли к кассе, набрав на необходимую сумму от 2,5 тысяч рублей, вы предъявляете, открываете приложение, вот в данном случае Едодил, заходите в раздел «Купоны». Так, вот пятерочка. И условия такие. То есть вы подошли к кассе. Перед тем, как оплачивать, предъявляете вот этот смартфон, открываете, предъявляете купон. Продавец считывает этот штрих-код, вы получаете скидку 10%. Это если вы сделаете покупку от 2,5 тысяч рублей. Но я сделал больше 3 тысяч рублей покупку для того, чтобы компенсировать всю сумму. То есть у меня эта покупка равняется нулю. Дальше. Что мы делаем на следующем шаге? Берем карточку вот этой пятерочки. Небольшие деньги вы здесь получаете. Предъявляем кассиру. Дальше. Чем оплачиваю? Оплачиваю вот этой карточки Rocket от Rocket банка.
Зарегистрируйтесь под этой ссылочкой, получите карточку Rocket Bank и получите еще 500 рублей. Оплатили карточкой Rocket Bank, дальше зашли в приложение Rocket Bank и компенсировали всю сумму. Как это сделать? Показываю дальше. Всю технологию показываю. Заходим в Rocket Bank. Rocket Bank еще начислил 3%, то есть обратите внимание, 10% раз, плюс еще 3% в пятерочке. Так, вот я сегодня сходил в магазин пятерочка. Вот видите, перед этим я сходил в Ашан, и мне компенсировали всю сумму, потраченную в Ашане. Возврат за Rocket рубли в Ашане. Плюс в Ашане там еще порядка 5-6% назад пришло. Это предыдущее видео, смотрите. Дальше, нажимаю на пятерочку. Обратите внимание, 3250 рублей было потрачено, ну вот так вот, с копейками. Нажимаю на Rocket рубли, и 3% я получил по карте Rocket. Предыдущее одно из моих видео, так, я как раз показывал, как я активировал избранные магазины по карте Rocket. То есть вот в этом видеоролике, вот здесь я как раз показываю, как я активировал в этом месяце, в октябре, чтобы пятерочку я пришел и 3% получил назад кэшбэка. Что делаем дальше? Для того, чтобы Rocket Bank компенсировал всю эту сумму, мне осталось дождаться, когда у меня соберутся вот эти Rocket рубли на такую же сумму, 3250 рублей, и нажать кнопочку «Компенсировать», вот как я сделал за возврат за покупку в Ашане. То есть я вот сегодня сходил в Ашан, то есть онлайн только, а не ножками, и сделал покупку онлайн. И плюс еще компенсировал за... То есть потратил деньги в Ашане, получил деньги, пошел в пятерочку, потратил деньги. И сейчас мне опять Rocket рубли придут, и я опять компенсирую эти Rocket рубли рублями из расчета 1:1. Дальше. Следующий способ. Отжимаем дальше деньги из этого чека. На каждом чеке есть вот такие вот квадратики. Это называются QR-коды. Что с ними делать? Показываю. Есть несколько приложений, которые платят. Берем тот же самый Едодил. Обратите внимание на вот эту синюю кнопочку. Она пульсирует. Это для считывания QR-кода. Нажимаем на QR-код. То есть открывается вот такая-то штука. Подносим вот так к чеку. Чек сканируется. Ну, я уже перед этим сканировал чек. Мы уже проверяем этот чек. Обычно занимает до 3 дней. То есть я перед вами уже сканировал. Сканировать другой чек. Ну, мне сканировать сейчас нечего. Дальше. Открываем следующее приложение. Приложение называется «Круто». В этом приложении я тоже уже отсканировал чек и получил деньги еще дополнительно. Вот обратите внимание, ваш чек обработан на 3249 рублей как раз и получил 10 баллов. Баллы здесь накапливаются, и вы можете выводить, это нормальные деньги становятся. Я уже много месяцев пользуюсь, вывожу деньги постоянно. Нажимаю на главное, у меня сейчас 1259 баллов, это эквивалент 125 рублей, 9 копеек. Здесь есть партнерская программа, ссылочка на это приложение будет под этим видео. Проходите, регистрируйтесь и получите еще вознаграждение за регистрацию, если укажете определенный код. Далее, следующее приложение это Дисконто. У Дисконто реферальной программы нет, поэтому скачаете с интернета. И смотрите, что предлагает Дисконто. Тут много разных, ну не так уж много по сравнению с Круто. Любой чек из магазина Пятерочка от 30 рублей, и за этот чек заплатят 1 рубль.
Что я сделал? Я зарегистрировался в Дисконто, нажимаю вот эту кнопочку «Сканировать QR», QR нажимаю и опять подношу вот этот QR-код. Я сейчас сканировать не буду, потому что я уже отсканировал. И вот это приложение Дисконто заплатит еще 1 рубль. Здесь у меня вот дисконты собрались, где это самое, акции, кошелек. То есть вот у меня 33 рубля есть на балансе, сейчас набираются денежки и потом опять вывожу. Следующее приложение, которое я пользуюсь, это приложение InShopper. Точно так же загружается приложение, здесь партнерская программа, зарегистрировались, получили 50 рублей от InShopper. Разные акции здесь постоянно появляются. Также берете, нажимаете вот эту кнопочку «Сканировать QR-код», подводите к этому чеку. Я уже сканировал, поэтому сейчас я делать это не буду. Да, он чек уже обработан, там ругается. Также начислят вам, возможно, деньги. Не за каждый чек начисляют деньги, а за акционный товар. И еще один момент есть, значит, недавно тоже познакомился с этой компанией. Как они себя поведут, посмотрим. Вот этот САН. Союз, САН, Союз агентств недвижимости, ну, в общем, какая-то такая. Я отсканировал, опять-таки, вот этот же чек. И начислено 32 купона. Что с ними делать, в дальнейшем буду разбираться, сниму отдельное видео. Ну, по крайней мере, можно сканировать. Тут есть партнерская программа. Зарегистрируйтесь, это бесплатное участие. Получите там небольшой бонус приятный. Вот. И также сканируйте чеки и получайте вознаграждение. Что-то тут связано с недвижимостью. Посмотрим. Пока не будем загадывать. Так, и еще один момент. Продолжение этого же чека. Значит, смотрите, на вот этом... В этом приложении Дисконто есть акции. Акций много. В этом чеке я сегодня взял вот этот чай ТИС. Компания ТИС. Значит, кликаем на чай ТИС. Здесь период действия акции по 15 ноября. Значит, условия такие. Участие в акции. Покупай чай ТИС, найди промокод внутри упаковки. Я еще не искал, еще не открывал эту упаковку. Дальше введи промокод на сайте promo.tis.com.uk и зарабатывай ТИС коины. Что с ними делать, пока без понятия. Зайду на сайт, посмотрю. Долго рассказывать, не буду задерживать. Вот. Так что вот такие дела. Понимаете, надо... Это называется деньги из воздуха. Давайте подведем итог. Значит, я тут начал, значит, подсчитывать. Вот это, значит, у меня 449.81. Это скидка 10% за купон в едоделе. 90... Так, напишу вот так. Едодел. Нет. Лучше ставить столбец слева. Едодил. Дальше. Вот это Rocket 97. Дальше 32 рубля. 32 рубля это у меня вот эти баллы в пятерочке. То есть сейчас давайте увеличу вот так. 324 балла вот мне начислили за данный купон. Ну, в общем, там хитрая система с этими баллами. Получается, из расчета 10 баллов это 1 рубль. Итого получается 32,4 балла. Это выручайка. Выручайка. Дальше. Дисконто. 1 рубль. Дальше. Круто. 1 рубль. Дальше. Сан. В Сане там сколько было? Сейчас посмотрим. 32 купона. Дальше и там самое
это чай, да, чай. За чай ТИС там какие-то коины. Коины. Сколько коинов, в дальнейшем разберусь. Итого, если посчитать, вот так, увеличу, вот здесь справа внизу, видите, 581,7 рублей я вернул за один поход в пятерочку. Вот этот чек. Круто, да? Если круто, ставим пальчик вверх под этим видео. Подписываемся под этим видео на канал. Дальше будет еще интересней. Ссылочки на все вот эти приложения будут под этим видео. Возможно, сделаю какую-то страничку в дальнейшем. Регистрируйтесь. Это все бесплатное. Это, ну, просто живете на деньгах, ну, надо их взять. Ну, нет желания, конечно, не каждый хочет заморачиваться, там какие-то приложения устанавливать, что-то сканировать. Ну, кому деньги не нужны, значит, закрываем это видео и уходим. Продолжаем жить так, как жили. Фактически, почти 600 рублей я вот на ровном месте сделал денег из воздуха. Вот. И не забываем зарегистрироваться на карточку Rocket, потому что здесь хорошая партнерская программа, получаете деньги. Бесплатно, пользуясь карточкой, там очень много бонусов идет. В общем, всем пока, до скорой встречи.